заскриншотил. В прошлый раз, прикинь, забыли даже заскриншотить. Никто из наших все-таки, а чё, сколько счёт и кто сколько? Ничего, потом на видео смотрели. О, здесь можно посмотреть, но только он плохо фокусируется. Сколько у тебя там? Петр, кстати, трус, но стрелял хорошо. Угу. Никуда не лез, стоял за стенкой. Всех убивал. Так, я настрелял 34-26. А второй раз отличился 41-25. Ты получил 20 крисов. 20 что ты, крисов, да. Ты будешь что с ними делать? Наверное, я куплю видеомагнитофон. Отличный выбор. Свой танк. А, или магнитолку, да? Магнитолку. Какую музыку будешь слушать в ней? Не знаю, вообще не знаю. Может, так растерялся, никогда столько денег в руках. Нет, для вас очень актуально поставить такой подвес, как на этих тачках рэперских. Чтобы он прыгал. Да, чтобы он прыгал. Он так как бы прыгает, потому что совсем как бы... Жень, скажи мне, пожалуйста, сколько же ты уже мучаешь эту пушку Гром? Я ее время от времени просто мучаю. Сейчас нужно снова сделать новую версию. Я вот ее делаю. А чем новая версия будет отличаться от старой? Ну там материал меняется со временем. Каждый раз нужно перерендерить. Как новый материал появляется, вот он уже сейчас финальный. Поэтому нужно последний раз перерендерить, и все будет хорошо. А, понятно. Антон. Почему мы не делаем танки 2.0? Сейчас в соседней комнате все парни делают 2.0. Это мы тут только играем. Да, я туда заходил, ты бы видел их мрачные рожи. Да что мрачные, это все круто. Все круто, мы на Лос-Анджелесе вообще покажем. Покажем класс? Покажем класс. Ты летишь завтра на E3? Да, лечу, блин, нам целые сутки туда добираться. Миш, как игра идет? Бодро? Бодренько. Бодренько. Чувствуешь прилив адреналина? Ну как, да. Куда приливает твой адреналин? Во все части тела? Во все члены. Во все члены. Как сегодня игроки достойно играют? Ну, с фигой, да. С фигой, да. А что это за человек этот фига? О, фига, это человек. Ну, ты расскажи про него что-нибудь тем, кто не знает. Картодел, модератор, шмодератор, Фима. Это девушка? Не, Фима, в смысле Ефим. Ефим? Ефим. Просто есть такое имя женское, Фима. Ефима. Ефима. Нет, это мальчик, я его слышал. Мальчик или дяденька? Ну, парняга, я не знаю, человек, короче. Пацан. Пацанчик. Если бы была девушка с таким голосом, я бы... Стоп, не трогай мента. Если бы была девушка... то я бы не позавидовал ей с таким голосом-то. Да. Оп, Саня, пошли в центр. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты у него тоже интервью хочешь взять? Я боюсь, что он ничего не ответит. Держи. Такое место как бы глухое, его не видно с базы. 1-0 в нашу пользу. Ты ёшкин кот. Оператор! Оператор, кикни его. Да кикай в натуре, Макс, кикай. Да некогда мне. Вот г***, а. Вообще штопаны. Встречайте меня, как там его? Красиво встречать. Да, иду. О, нифига, так мы второй уже несем. Да. Блин, что я перевернутый, стою, что-то втыкаю туда. У тебя есть время сказать свою речь. У нас, короче, когда первый флаг дотащили, было вообще какое-то безумие. Просто вообще сопли тут. Но был такой четкий вообще этот гамбит. Мы вроде как типа подались, как бы пям-пям-пям, а тут же раз в атаку. Йо! Это вообще вот именно как дети. Давайте на базу. Да, вот это лево. Ой, мы так и решили сделать еще один раунд. Ну, народ попросил, первый раунд типа был неправильный, хотя я в это время не играл, когда не было чувака там у них одного. Потом мы его пнули, позвали народ. Вот, так что... Ну, короче, для чистоты эксперимента мы проводим еще один раунд дополнительный. Какой он уже по счету будет? Пятый? Четвертый? Пятый. Я за тобой, Димыч. Не стреляйте меня, я крисы собираю. А он фигиш. Молодцом. Бежишь? Бегу. База, Касим, база с тебя. Да, я отвечаю. Димыч, давай, я тут. Все окей. Давай. Опа. Красава. Датис, постреляй на их базу, постреляй. Вон несет, я вижу. Оп, блин. Базу зачистил, они снова флаг. Они уносят флаг, они уносят флаг. Что это за красный х***? Прицеливайся, Касим, давай. Оп. Так, еще. Оп, блин, он под... А,
Закрывает ведь собака. Что, все? Унесли флаг. Ну, 1-1 пока. Унесли 1-1. Ничего, мы его встречу организовали. Отлетел красиво. Зафигище. Чувак в пижаме стоит за домиком слева и стреляет. Извини, чувак в пижаме, я как бы. Ничего против не имею. Ничего против пижамы? Пижама — это очень удобно. Как-то нужно было обозначить. Чувак в пижаме. Ой, слева пошел. Ну как красивенько так. А кто на базе? Сразу. Я на базу пошел. Пижаму слева. Пижаму слева, давай, встречу. Давай, давай. Тип у нас, Тоха. Пока, пока лукаил, он лукаил. Давай ты сам тогда. Вот так, вот прямо. Бери. Быщ. Сейчас он дам отреспаунит. Пище навстречу. Быщ. Вот. Пижамки раснял. Как он, а? Где ты? Вообще. Смотри, гад. Забирайте у меня. Пижамер, пижамер. С таким набором. О, вообще нормально. Он нарит, он нарит. Мы с ним как тренировались, сюда. Ай, я не помню где. Так здесь, там, здесь, я тут. Там, да блин, такой набор. Прикрой туловищем. Ач. Амелин. Дима, пой. Просто вперед, не могу. Амелин, давай сзади тебя, флажочек. База. Так я отбил. О, сбили. О, ёшкинку. Слева двое. Надо вырвать победу. Опа, как тебя перевернули. Слева, да. Еще. Справа пижама. Я еще справа, один. Ой, слева несу. Коси ему помоги. Мы тут справимся с Мишей. Забор. Кто поставил здесь этот забор? Ты поставил, Женя, ты карту делал. Нет. А кто? Справа еще один, Миша. Фигище. Фигище эту карту делал. Ну, может. Ну, хрена его на эту карту взяли. Да не, ребят, мне уже работает. Какой это будет уже, 6-й раунд? Да. Ну, а делал танки 2-0, да? Да не, Волкову надо в Америку ехать. В Америку? Это... Выиграли. Ты думаешь, мы выиграли? А может, все-таки ничья? Победила не, дружба? Третий раунд-то был это, дружеский. Так, парни, кто победил? Я. Черт. Победил Амелин. Где мои призы? Касим, где мои призы? 2000 крисов. 2000 крисов, да. 2000 крисов Амелину. Короче, вот. Касим мне показал, типа, вот, это сейчас. Сейчас, Амелин сейчас получил 39. Сейчас этим пальцем я нажму на специальную кнопочку, и всем будут призы. Ура! Петр с самого начала. Даже двумя пальцами я сейчас нажму на волшебные. На две волшебные кнопочки. Вот это оператор? Нет, погоди. Это ты? Они хотя бы один раз нас выиграли. Ну да. Один. 1-0. Я говорю. Один раз нас выиграли. Блин, значит ничья. Пусть будет ничья. Чему мы, блин? Слушай, подожди, какой зверек там как был? Максим, да. Объяви свой вердикт. Короче, как прошел сбой, давай. Короче, ничья. Всем по штуке. По штуке крисов? Да. И ни в чем себе не отказывайте.